Ковид продолжает испытывать наших соседей. Обстановка в Молдове критическая, об этом говорят цифры. Всего свыше 16 тысяч подтвержденных коронаслучаев. Больницы переполнены, врачи выбиваются из сил, инфицированных лечат на дому. В ковид-госпиталях не хватает мест и средств защиты. Короной болеет более 2000 медработников, это почти 15% заразившихся. Хирург Института скорой помощи – один из них. К сожалению, из-за коронавируса умерли двое моих коллег-врачей, хороших друзей. Я видел их до последнего дня. Это страшно. Такое ужасное чувство, когда ты видишь, что человек уходит, а помочь ему не можешь. В Молдове, по сути, борются только с коронавирусом. Других пациентов почти не принимают. Нет мест в больницах, не хватает врачей. А еще знаете, отбор идет на выживание. Если тебе за 60, никто лечить не будет. Даже если человек нуждается в госпитализации. Спрашивают возраст. Семейные врачи почему-то ведут прием на улице. Сейчас не болеют ничем и не лечат ничего, кроме ковид. Пациенты в Молдове жалуются на условия, в которых им приходится лечиться. Вот так, например, выглядит районная больница Аргеева. Плесень, грязь, во время дождя протекает потолок. Семейная пара выложила фото в соцсети. Жалоба на горячую линию успехов не принесла. Там лишь развели руками. Помочь не можем.